И всем привет, ребята, с вами Фарм, и вы, скорее всего, уже видите мою мышку на экране. Ну и, как вы уже догадались, скорее всего, по названию ролика, сегодня я научу вас Butterfly клику и, ну, сразу покажу вам это вот так. Вот, и сегодня я научу вас вот так кликать, и можно кликать как и на эту кнопку мыши, так и на эту кнопку мыши. И, ну, я использую вот эффект PvP и строительство, так, я буду волки тоже утепляем делаю. Так, вот смотрите, ну, тут ничего сложного, я не знаю даже, если вы не научитесь, это капец. Ну, смотрите, вы, короче, начинаете кликать по очереди, вот так вот, двумя пальцами начинаете кликать, и получается что-то вот такое. Вы можете сделать, как вам удобно, можете так кликать, можете так кликать, можете так кликать, можете так кликать, ну, как угодно, короче. И, ну вот, это Butterfly. И можно драться, например, очень долго и стабильно, потому что рука не так уж стоит, как при джиттер-клике. Вот. И Butterfly это, ну, по моему мнению, самый лучший клик для PvP. Ну и для некоторых строительств. Вот. Ну, короче, так вот кликать ее спокойно и... Ну, я примерно делаю, мне кажется, в данный момент 12 кпс. Понимаю, конечно, джиттер-клик тоже быстрый, но рука устает. Ну, я советую вам пользоваться Butterfly при PvP и... С вами был Фарм. Надеюсь, вы научились Butterfly кликать. Ну, а если научились, то это капец, потому что как можно не научиться Butterfly кликать? Это же так изящно. Ну, короче, с вами был Фарм. И если вы научились, то ставьте лайки. А если не научились, то тоже ставьте лайки. Ну, всем удачи и всем пока, ребят. Если что, кстати, у меня мышка 2.9. Давайте.